4 мая 2018 год, 3:28 по Киеву. Повторная попытка снять парад планет. Примечательная тем, что ведется 4 мая, когда парад планет был 3-го. Да, но все участники парада у нас на месте, просто немножко не в строю. Зато дымки сегодня, очевидно, поменьше, чем было вчера. Так, и по-моему, я даже сейчас на экранчике вижу слева Марс. А где-то ближе к Луне должен быть Сатурн. Очень рассчитываю, что... Ага. Вот он. Ладно, начнем все вместе. Значит, что у нас? Вот у нас Юпитер. Ну, давай, сегодня-то хоть никаких проблем сфокусироваться не было. Ну, что ж такое? О, теперь ветер у нас. Не хочет фокусироваться, это просто ваш. Ну, все же для тебя уже. Ну, что тебе еще надо? Что-то недоволен этим, как видно, Галилеевы спутники. То, что я принял вчера за пятый спутник, пятый Галилеев спутник, это надо было, конечно, фантазию иметь. Это, оказывается, звезда с совершенно непроизносимым каким-то арабским названием. Не, ну что такое? Ну вот, совсем же другой коленкор. Ну не дорожи ты. Не, ну ветрюган, конечно, крепенький. Так, ладно, вот это у нас Юпитер. Еще один из участников вчерашнего парада планет – это Спика. Спика – двойная звезда. Ее участие в параде планет кажется мне вообще странным. В общем, она там сейчас справа, ее, скорее всего, не видно, и бог с ней. Где звезда, где планета. А вот Сатурн и Марс хотелось бы. Вот у нас справа в уголке Юпитер, посередине Луна, а давай на Луну сейчас наведемся. Луна сегодня чуть не такая яркая. Не, есть дымка, все равно, зараза. Ну, конечно, не такой интенсивности, как вчера была. Убежала простыня.
Да, ну что, все идеально не бывает. Либо тебе дымка, либо тебе ветер. Могло быть и то, и другое одновременно, так что жаловаться не будем. Хорошо, ищем. Слева от Луны должен быть Сатурн. Еще левее Марс. Так, это что? Это у нас, по-моему, просто уже объекты на Земле. Так, ну, сейчас я наведусь на него и посмотрю. То, что это я представляю себе. Ну да, это заправка. Хорошо. Как раз над заправкой. У нас должен быть чуть левее. О! По-моему, мелькает. Марс кровавым глазом. Зараза, да чего же маленький монитор все-таки на фотоаппарат? Вообще ни ляда не видать. На вчерашнюю запись, как посмотрел, сколько раз я мимо кассы увеличивался. Приближался. Да, ну, в общем, чуть попозже сниму, уже сейчас светать начинаю. Чуть попозже сниму, когда на фоне зарева утреннего даже что-то и лучше видно. Так что эти попытки буду считать пристрелочными. Сейчас пристреляемся, а потом... А потом на работу не бежать. Такие дела. Как же провести пару часов перед сменой, как не бегая по полям за окружную. Города Харьков. Давай уже, что не так? Боишься смотреть на бога войны? Это Марс. Ты посмотри, как неохотно. Господи, а до Марса сейчас раз в 15 лет он так, на такое близкое расстояние к Земле подходит. 56 каких-то всего-то навсего миллионов километров. Давай же ты уже. Это уже просто неприлично.